Родителям Полины Шалашовой сейчас не по карману исполнить желание дочери. Она мечтает получить на Новый год ватрушку для катания с гор. 2020 год для семьи Шалашовых оказался тяжелым. У них сгорел дом. Но семья сохраняет оптимизм и верит в новогоднее чудо. Благотворительная акция «Елка желаний» дает надежду и заряжает праздничной атмосферой. Во-первых, праздничную, во-вторых, то, что нас не забывает город, администрация как-то помнит о нас. Ватрушка, не ватрушка, или там снегокат, там что-то такое, чтобы ребенок катался. Потому что у нас-то было все, у нас просто все сгорело. Ничего нет. Она смотрит в окно и говорит: мама, у меня вот такой был снегокат, у меня там то-то было, санки были, дети вон катаются. Ждут подарков и верят Деда Мороза и дети Оксаны Аржановой. Она одна воспитывает троих детей. Чувствуется, что Новый год действительно подарки, исполнение желаний. Вот, хотя у меня даже радость за детей, что их вот, мечты, желания, вот это они ждали. Вот дочка у меня очень, кошечку прям, и мне кошечку подарят, что им хорошо. Вот, для меня это большая радость, огромное счастье. Книги, игрушки, спортивный инвентарь, электронная техника – желания у детей самые разные. Исполнить мечту и почувствовать себя добрым волшебником может любой желающий. В Ленинском районе в этом году за счет благотворителей создали новогоднее чудо для 200 детей. 32 из них получили подарки сегодня. Елка желаний, которая проводится на территории нашего района, считаю, это очень важное мероприятие, в том числе для детей. Даже это в первую очередь для детей, в которых мечты должны сбываться. Это мечта, которая была у меня, у вас, наверное, у каждого из нас в детстве. Поэтому, если мы сегодня помогли этой мечте сбыться и детям мечтать о будущем, о лучшем, мы будем очень рады. Понимаю, насколько важно быть рядом с этими людьми. Им действительно тяжело. У кого-то ребенок болит, у кого-то еще какие-то трудности. И вот эта поддержка общества, хорошие отношения, любовь, доброта, тепло. Но действительно это очень важно. На вручение подарка наша работа, как мне видится, она не завершается. Мы постараемся вести эти семьи, быть рядом. Благотворительная акция «Елка желаний» продлится до 31 декабря. Елена Малютина, Василий Колдашов. События.